Ты посмотри, что с бойфрендом. Ого, как зависает. О боже! Это самый безумный глюк стрела, который я видел. Очуметь. Ничего себе, бойфренд. Ух, жесть. Он его расстрелял. Очуметь. Умри, говорит. Боже, я нажал. Алло, я нажал, что случилось? Эге-ге, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим, это Friday Night Funkin' и обновленный мод Tails Gets Trolled. Я так понимаю, троллим Тейлза из вселенной Соника. Давайте смотреть. Но этот мод, он обновился, вышла третья версия. Итак, у нас есть Chapter 1, 2, глава 1, 2, 3. Ну давай с первой, естественно, начнем. У нас должны здесь быть какие-то анимации. Да. Лол. Ха-ха-ха, говорит, посмотри на этого нуба. Что это за шум? Ха-ха-ха. Что это? О боже. Я не готов был к такому началу. Ты посмотри, что с бойфрендом. А герфренд какая? Реально троллинг. Так, у меня уже одна ошибка. О боже. Две ошибки. Прикольная музыка. Ой, громко, ошибки. Зачем так напоминать мне, что я ошибся? Прикольно. Бойфренд, пипец просто. Песня классная. Мелодия. Отлично. О боже. Жестко что-то. Оу! Ошибался. Нет, нормас. Какая длинная песня. Не-не. Ух. Отлично. 22 ошибки. Очуметь, когда я их нахватал. Ух. Ладно, норм. 24 ошибки. Длинная песня. Отлично. Господи, прошли. Ух. Ладно. Я даже не знаю, это что у нас. Хард, не хард, здесь не выбирается ничего. Итак, у нас глава теперь вторая. Ну, это, видимо, неделя или что так. Будут ли диалоги какие-то? Давай посмотрим. А-ха-ха. Бойфренд смеется. Я не понимаю, это... Троллинг Тейлса или бойфренда? Так, после чего? Я не успеваю. Фига больше. Так, это Shadow Sonic говорит. Тебе, говорит, надо больше чего? Что-то вроде... Пошел ты, говорит, тролль. Ой, говорит, Shadow, я, говорит, я буду... Короче, я так понял, что этот... Shadow Sonic что-то говорит, говорит, Тейлс, тебе, говорит, надо... О, боже! Тебе, говорит, надо собраться, типа, и выиграть. Или, говорит, давай я за тебя, типа, сделаю. А Соник, обычный Соник, типа, сказал, говорит. Шэдоу, говорит, давай я с ним разберусь.
И вот у нас обычный Соник теперь. Я думал, тут чисто Элз будет. Прикольно. Так, собрались, собрались. Просто начало такое быстрое было. У бойфренда лицо поменялось, или мне кажется? Я знаю, что тут герлфренд можно менять. О боже. Это что такое? Отлично. Да что такое? Что я пропускаю? Это уже нормально. Ух. Мелодия, кстати, знакомая, ребята. Я ее где-то уже слышал. Ну здесь вообще мне будет, наверное, пропусков много. О боже, боже. Тут спам просто жесткий. Эти двойные стрелки я ненавижу. Ого, он злится. Это уже не Тейлз. Это уже Соник взялся за дело. О боже, боже, боже. Ну-ну-ну. О, жесть. 82 пропуска. Ух. Ну, хватит, Соник уже. Отлично. О боже, да, прошли еще одну главу, у нас третья теперь. Ужас, а четвертая закрыта, почему? Так, ладно, смотрим, будет ли... Соник тоже, короче, затроллен. I'm so mad. I'm gonna have sex with my girlfriend, so don't be so mad. Что-что? Useless as usual. Все, говорит. Enough. Все, я взялся за дело. Боже, у него еще пистолет. Что? 3, 2, 1, go. Респект. О май гад, ненавижу. А, понял, пробел надо нажимать. Так, ну ладно. Боже, боже. Я боюсь пропустить пробел. А что за зависон такой? Что за зависоны? Смотри, опять стрелки медленно начали. Боже. О май гад. Окей. Ладно, я стрелки пропускаю, зато он на пробел нажимает. Жесть. Это жесткая песня. Я боюсь, ребят.
На пробел. Не вовремя нажать. Фух. Я знаю, что я тут много напропускал, но... Жесть. Боже, я нажал! Алло, я нажал, что случилось? Жесть, вот этого я и боялся, что дойду до самого конца почти песни и... О май гад! Я нажал, пробел, я 3 раза нажал. А что не так-то? О боже. И что, с самого начала проходить теперь? Нажал! Что опять? О май гад! Блин, и бэтплея здесь нету, это просто жесть какая-то. Короче, я включил бэтплея, ребят. Я хочу просто еще посмотреть, в какой момент надо нажимать пробел. Непонятно, то есть пробел летит во время, вот как он до стрелок доходит или как? Я не знаю, уже кучу попыток сделал, я не понимаю, как этот пробел сжать. Сейчас посмотрим, как бэтплея будет с этим справляться. Естественно, наверное, нам не откроют дальше главы, если я не пройду эту главу. Но я попробую сейчас. Хочу понять просто, в какой момент надо нажимать. Вот сейчас. Он начнет злиться, и мы как раз это все увидим. Давай уже, начинай злиться. Боже. Вот. Сейчас смотри. Да, во время, когда... Когда на стрел... Одуреть. Сколько там этих выстрелов? Ничего себе, бойфренд. Ух, жесть. Он его расстрелял. Очуметь. Ой-ой-ой. Герфорд сейчас его воскресит. А, ты, говорит, тоже лузер. И убил. О, у нас дальше. Боже, а теперь я бэтплея не могу отключить здесь. Надо в меню выходить. Ладно, давайте посмотрим следующий трек. Как его, Knuckles, да, по-моему? И Shadow Sonic. Да они что, своего этого хейтера закопали или что они? Что они с лопатами стоят? Блин, ну это очень сложная песня, вот так, где с пистолетом. Вонючий пробел нажимать бесит. Странная песня, конечно. Ну ладно. О. Чего не кашляют? Как будто экран мутнеет, что ли? Что происходит? Стрелки какие-то мутные становятся. Они курят или что? Что с ними происходит? Почему они кашляют? Реально, смотри, как все мутнеет, жестко. Им плохо становится, что с ними?
Жесть какая-то творится. Стрелки, смотри, откуда летят. Да, что-то им, видимо, плохо. Непонятно. Это еще кто? 3, 2, 1, go! Еще одна песня, боже. Я не могу бэтплея, ребят, отключить. Если я его отключу, нам придется сначала начать. Ого, как зависает. О, боже! Это что за Соник такой? Так, они местами поменялись. Очуметь. Слева теперь бойфренда стрелки. Теперь посередке. Не, ну это не сложно, в принципе. Просто надо следить за стрелками. Так, где стрелки? Посередине, да? О боже, а сейчас-то что? Просто двойные? Ага, с этой стороны опять справа. Ужас. Это самый безумный глюк стрелок, который я видел. Очуметь. Вот это жесть. Так, ну стрелки успокоились, вроде бы. Да нет! Боже! Они исчезают! Это какой-то самый жесткий Соник, что ли? Очуметь. Боже. Опять они объединились. Ух. Вот это жесть. Я хочу эту песню сам пройти. Есть фриплей, интересно. Боже, ты посмотри, что происходит. Так, ну да, естественно, у нас глава 4 закрыта, потому что мы сами не прошли. Потому что блокплей прошел. Так, а ну-ка, есть фриплей? Side story? Это что такое сайт стори? Тут непонятно вообще, что, где. My Story Remix. Так, My Story Song. Вот здесь, наверное, основная история. Да. Вот она, эта песня, ребят. Ну-ка, давайте глянем ее. Так, а тут, блин, ботплей сейчас будет включен, нет? Дурацкое меню, тут надо выходить. Да, ботплей включен. Так, давай выйду. Давай сначала тогда в опции. Боже, короче, надо будет самому все-таки проходить эту песню. Так, где у нас опции? Опция здесь. Фух, сейчас выключим бэкплея. Поехали, где у нас? Выключаем бэкплея, окей. И идем в сайт стори. И попробуем эту песню пройти. Это жестко. Так, тут мышкой управлять надо, понял? Так, вот она эта песня. Поехали, давай попробуем ее пройти, ребят. Мне самому, ну, мне хочется попробовать. Test for blood. Taste for blood. Кто этот Соник, ребят? Напишите в комментариях. Фух, поехали. О боже, что так зависает? А, все, поменялось местами. Thank you.
уезжать. За стрелками надо следить. Так, посередине мои. О боже, вот сейчас непонятно. Где мои? А, мои справа. Где мои? Справа. Боже. Так, местами меняется что-то. Где мои? Я не бы... А, вот. А, с этой стороны теперь... Ой, жесть! Так, ладно, сейчас будет жесть какая-то опять. Ошибок много, но я прохожу! Отлично. Это самое крэзи, что я вроде видел. Со стрелками что происходило, о боже! Так, мои. Есть. Отлично, я ее прошел. Очуметь, ребят. Остается теперь вот в этой песне тренироваться, чтобы ее пройти. Ух, давайте, наверное, на этом закончим на сегодня. Я потренируюсь и попробую все-таки пройти эту неделю. Вот эту главу жесткую, третью. Надеюсь, я ее пройду, и мы продолжим с вами следующие главы смотреть. Мне тоже хочется это... сделать, ну, то есть посмотреть все эти главы, что там будет дальше. Ну, а с вами был Максим, спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребят. Всем удачи и всем пока.